Сас. Вы посмотрели два моих ролика о том, как я работаю на студии «Мельница», и при этом продолжаете спрашивать, рисовала ли я богатырей? Конечно же, я их рисовала! Йоу, голубки и голубки, меня зовут Лаура, и это канал MC Лао. Каждый день я и куча других аниматоров рисуют для вас ваших любимых богатырей. Целый год мы горбатимся, чтобы ты, да ты, чё смотришь и улыбаешься? Да, чтобы ты под Новый год часок поржал в кино. Хоть работа и тяжелая, но тут дофига позитивных моментов. Например, пью чай на рабочем месте, проливаю и тем самым порчу себе работу. Зачем ты это сделала? Прости, Добрыня. Вообще-то, если я устала, то в любой момент я могу поднять жопу и побегать по студии. А ты нет, потому что ты школьник. И пока урок не закончится, сиди и перди. Вот так. О, однажды подруга принесла самокат на студию. И я гоняла на нем по коридорам студии «Мельница». Боже, почему кататься в помещении так весело? Но вернемся к богатырям. Кстати, помните легендарную жопу Юлия? Я больше всего люблю рисовать именно его. На мой взгляд, это самый прикольный и мультяшный персонаж. Да. Так что, когда я прихожу к начальнице, чтобы взять анимационную сцену в работу, я ее умоляю, чтобы она дала мне сцену именно с Юлием. И просто рыдаю, когда мне выдают сцену с богатырями или их женами. Эти чайники. А почему тебе не нравится рисовать Аленку или Настю? А я тебе сейчас поясню. Я очень экспрессивный и шумный человек. Люблю все гипертрофировать и делать смешным. Вот как Юлий. Просто посмотрите на его рожу. Не смешите мои подковы, вам. А девок нужно рисовать просто красивыми. Мне не интересно. Не рим. Значит, вот. Получаю на руки сцену, должна взять обкатку на персонажа, которого рисую. А что такое обкатка? Обкатка? Так на студии «Мельница» называют лист с персонажем в разных ракурсах. Профиль 3, четверти, фас, а также вид, сверху вид, снизу вид, сзади вид, изнутри. Шутка изнутри не... Нет! Без обкатки нельзя, а то получится кривое говнище. Помню, как понадеялась, что могу нарисовать Алёшу Поповича по памяти, не пользуясь обкаткой. И такая гордая иду к начальнице. Ты что, издеваешься? Что? И она позвала других начальников, и они вместе угорали надо мной. Ай, не могу. Переделывай. О чем я только думала? Зачем я так опозорилась? Зачем я так опозорилась? Позорище. Сука. Выламываю дверь. Признаюсь, иногда было так лень переделывать все. Переделки, это же переделки, ё-моё, переделки. Так что втихаря я отдавала работу злобному деду. Блин. И он как динозавр, который 100 лет уже тут работает, начирикал мне за пару минут. Ленивая хрень, лаурень. Так, все, иди сюда, сука, сейчас я тебе, чайка, запускай фонарты. Ты куда пошел? Не уходи. Прежде чем уйдешь и закроешь это видео, буду очень рада, если ты на меня подпишешься. А еще приходи в гости в мою группу ВКонтакте. И последнее. Курлык, курлык, курлык. И подпишись на меня.